Я не знаю. Никого нет. Чё? Матерь Божья. Хочу яму, ребят, хочу яму. Плюс один надо через минуту и поехали. Вы зашли сюда, типа, да? Да. А я что-то в другой тетке говорил вам. Ну, я думал, там перекинули. Бывает, Нуки еще. Нуки, какую программу надо качать для залога? Никакую. А ты на сколько герц играешь, у тебя вот слева? Ты что, машку купил себе, что? Да-да, блядь. Чё, ты вообще в людей не попадаю. Да это какой купил? Зови. 6 что-то ЕЦ2Б, что ли? Ага. Ну как у меня. У меня вообще без прох. Я просто её херну тебя... и снизу. Какая? И DPI просто ставишь и все. Не, а там кроме DPI еще там хуйня, вот это вот герц или что это такое? Слева типа репорт да, рейд? Да, да, да. А это понял? Частота типа. Когда ты высота, да, вот как поднимаешь мышку высоко, можешь низко ее держать, понял, над ковриком? Так. У тебя она будет чем больше или чем меньше, я не помню, типа... Чем больше она у тебя вот будет этот... чувствоваться будет. Типа, когда ты приподнимаешь ее вверх ну-ка. Чуть-чуть, она будет чувствоваться, чем типа выше, ну чем ниже, типа, тем меньше. Все, нуклик, бля, я понял, что за хуйня была. Все, ты мне объяснил, забей. Ну ты понял, короче. Да, я все понял. Я уже. Я понял, почему я, блядь, у меня вправо-влево пидорасило нахуй. Когда потому я пытался типа, ты вести. Слишком мало вверх. Наоборот. Слишком типа я, вверх, я когда приподнимал, у меня. Она за тобой еще вела. Да, да, да. А ты на сколько поставил? На 120. Самое низкое. Да. И еще тут мне не нравится клик правый. Я ПКМ когда нажимаю. Вот это вот, он слабенький просто. X1, X3 кому? А, проги вообще, блин, не знаю, X3 не надо. X3, угу. X1 кому-то надо? Нет, угу. Мне надо броня. Не надо тебе, Вов? Надо, надо. Надо? Калим. Калим тебе, да, Вов? Угу. А, X3 нашел, слышь. Выкинул. Так, ну все, готово есть, поехали. Я X3 кому-то взял. Уже. У меня есть один. X3 надо будет. Чё, поехали, садитесь. Молчание, знак. Всё, я выкинул X3. Чё, я долутаю пару домиков ещё и поеду. Поехали прям шану. Ладно. За тачкой. Там ты закажи вон нам курьером, они тебе завезут, блядь. Тебя жду, короче, в яму поедем. Все, можешь ехать. Ты на мотоке, что ли? Ну едь ты. Крест заберешь меня? Я тут аптеку увидел просто, извини. Крест, через тебя там УАЗик едет. Да? Да, да. Куда ты хочешь? В яму. О, мотак. Заберешь на кимотак или у тебя... Тут много ям. У меня дача. Я мотак заберу. Ну, высадим. Да в смысле? Там столько хитов в них. Блин, надо, короче, обогревать. Да, специально греть. Хорош, красивый. Я манал, у меня где-то по руки постоянно холодные. Хорош, красивый. И тебе? И тебе? А, да, согрел их. Огень. Шоколад, не хватит. Чел, наш сейчас УАЗик заруинит. Вы это уезжаете? Кого у нас тут типы? Убивайте, значит. Крест, я пробую УАЗик засейвить сначала. У меня икса нет, если что. Mm-hmm.
Этот крест сверху могут? В смоке есть. Нет, он не смоки, он за ладиком. Да-да. Шоколадку прижал. Волочка свободна вроде. Над шелтером что-то проехало. А вот двое было крест или сколько? Четверо. Чего? Да. Ну-ка, бабочки свободны. Че, ну, тогда подымет. Мы сидел одного лева? Ты гусака сел. Ну-ка, ты че, блядь, всех убил? А он тут один был. Ты двоих же там ебал. За лазиком лежит крест. А, нет, один был. За лазиком лежит. Понял. Который дымится. Ну-ка, ты че? Ты троих ебнул. Я бабушку занял, короче. Я думал, одного я нахуй. Не, я, бля, охуел. За разбитым УАЗиком. What the fuck? А где я второго-то нокнул? Лёва, иди лутец кидам. Блять. Давай ты мне привезёшь. Ксолочка, есть нормально? Где нокнул? Шоколадка. Не ксолочка нормально нужна. Первый. И жопа на эмпуется в Е. Всё. Слушай, у меня места нет. Ну, я тебе пятёрок дам. Или семёрок. Чё, Вован, я хабил. Или бустов. Он шоколадку бежал, Крис. Понял. Шоколадки двое, Крис. Может гранаты не брать. Раз труп, два труп. А, вот он труп второй. Четверка надо? Да. А ты поджимаешься, еще помогу, подожди. Пятерки, миник, все есть. Да похуй, мне только четверку и все. Нормально. Крис, помогу сейчас. Он стоит, вырубил. Как? Хорош. У забора. Какой шанс? Компенсации нету. А, ты моего добил, подожди, еще один. У меня бежит. Лёва, молочка. Да, идёт. Молочка есть? Справа у тебя крест. Да, блин. Там не было, когда я прижал, чел. Внутри. Подожди, я иду. Блядь, там базик просто. Да, тебя забрать, подожди, подожди, не спеши. Нет. Я не спеши. Он простреляет меня. Ага. Двое это минимум. Понял. Это одноэтажки где-то. Или за ней. Бабочки. Да? Не попал. Внутри? Все, все, все. Я понял, хорошо. Блять, тут лук подвезли, о, бля. Ты что-то такое себе. Ты внутри его убил? Такой. А, я вижу. Вот тут на улице. Тебе надо что-то? Не. Бля, бомжи нереальные, лол. Согласен. А? Калимба, бомжи. Фрак, ты выкинул. Не, 120. Я не знаю, там атаку езжал куда-то. Шоколадки. В сторону ямы. Но, я не знаю, там, не там. Ну, минимум двое молочки есть. Нет, тут нету его. Позади он. Вот false one, поехали. А, тут... за УАЗиком еще. Да, да, да. Ну его лутанул, наверное. Или нет? А, да, богатенький, слухай, блядь. С 8, не, мне не надо. Я хил заберу. Мне есть X6. X6 лишний? Крест. Да, да, я за его. Забирай. Да, я пойду это... Сменю. Бронь. О, к нам едет ноги. Ой, да-да-да. О, слушай, перевернулся, перевернулся. А, тут все броня убийцы. Зови работает, братик. Я говорю, Зови крутая. Не, ну я пока вообще... Я пока вообще людей не убиваю. Не попадаю в людей. Я баги возьму. Потому что очень непривычно. И по КД у меня просто из прицела уходит из-за того, что я правый. А я прям сразу прибыл к мышке. Так как я ехал. Вазик едет. Ага. Смотри, выношу его. Давай. Вот. Нет. Он остановился. Да, я вижу. Блять, опять из прицела. Его забрали. Нокнул. Руинь вас. Ну-ка, где я, видно. Я понимаю. Лёва, стреляют по нам. Чё, бля? Мрази, да? Грибать это стреляют. Бля, тебе датчик прогрели, ну похуй. Вон он, гриба. Видишь. Там нас за вазом, да? Да, за вазом был один. А это труп уже сел. Или машину. Один убежал, а один убежал, гриб. В грибе был один точно. Да, 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 за грибом.
первом этаже. Да. Блин, ну смачно так же летит. Я погнал. О, блядь, сука. Можно как-то клик пожестче сделать? Чё, еще дал? Единственное то, что ты сказал про то, что она пачкается, это пиздец просто. К ней всё прилипает, блядь. Я сказал. Ее надо постоянно протирать, вот это минус её. Угу. По-моему, все мышки-то. Да нет. Тогда. Матовые, поверь, блядь, к ним вообще ничего не прилипает. Поверь, какая поверхность? На глянцевых и вот таких вот, блядь, ПКД вот всякая хуйта. Ох ты ж, блядь. Крест, ты чё, колобок? Подожди, всё нормально. А как надо ехать? Ай, блядь, шут крика! Оооо. Вы чё там, где вы там? Будете ехать? Крест, я думаю, где твой ХП моментально исчезло? Бабочки заняты там. Молочка тоже занята. Плюс. Так мы к вам едем. Да едь. Ой, с молочки стреляют, крест, ты доедешь? Едьте яму, займите нахуй. Проверьте там, блядь. Я хз, да. Блядь, мне вазик пробили, уёбки. Крест, я тебя заберу сейчас. Я в бункере тут. Вы можете заберу. В этот... бокс? Я хз, да там, не, блядь, да. Ходи, блядь, давай, нахуй. Яма есть, да? А там он один. Ну, потом Сачка. Заедем на ебало ему. Все, крестик. С другой стороны выйдет. Блять, да ты, сука, тебя ждать, что ли? Нет, да я быстро, я уже иду. Куда ты, блядь, идешь? Где ты выйдешь-то вообще? Ёбаный в рот. Смотри, что не пробили нам дачу, слышишь, Вольф? А шо, я смотрю, я свою... Чел, я... Вот тут. Я понимаю, но я засейвил лазик. Засейвил дачу. Окей, я просто говорю, что ты не пробили. Ой, я выхожу. Давай быстрее, заебал. Ой, блядь. Го. Пиздец, ты убираешься курьером, блядь, работаешь. Не было бы у тебя моей шестерки, блядь. Ай, блядь. Не надо хоть шоу, ебали. Давай шестерку, брат. На. О, жопа, это хорошо. А пятерок кто даст? У меня 96 лишних. Давай. Ребятки, вот тут вот. А я тебе семерки дам. Дал. Там три трупа. О, каску первую возьму тут. По 400 семерок у меня. Сколько? 400. О. Мы можем чилить пока. Потом можем гриб выпушить. Ну, гриб мрази. Откуда это? С гриба, блин. Боях выпушить можно наездить, было. Слышите? А молочка не в зоне? Слышь? Ого! Плюс один ко мне и закроем молочку. Или вообще втроем. Слышите? Молочку? Да, давайте быстрее. Я поеду. Один тут останьтесь. А куда? Все едем? Давай я с тобой, давай. Втроем. Они могли уже подстаться, конечно. Могли, я вот тут остановлю. Не, нету. Я завезу. Крест, а что ты меня бросил? Втроем закрывай надо. Восьмерка. Кайф. Молочка есть. Пятерки есть, пятерки есть. Надо кому пятерки? Я заберу потом. Не-не. Молочки до сих пор люди. Второй этаж, да? На мусорке был, не-не. Что, это в поле можно встать или хуйня? Ну можно слева от ангара, да. Камни типа. У них тачки могут быть. Да? Ну да. Ну могут быть, да.
выпрыгнул, видели? Со второго этажа. Второго этажа выпрыгнул. Я чтоб не обошли, короче, сюда. Блин, вам дачу зарынили, а Крис мой УАЗик забрал, ну ты урод. Все, там... Дача без одной. Там у них там есть тачки. За кукушкой, да, за кукушкой. Можно взрывать. Мне крутить уехали. Гоу, УАЗик взрывать. Сверху остановились. Без колеса. Мы где он там? Заехал? Сверху остановился, да, 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 да. Давай, давай. Вижу, да. 200. Выходи, Крестик. Да. Побыкаться. Все там пятерочки. Грибана пробивает тачку, что ли? Понимаю, откуда по нам стреляли, так что? Кто с хорька стреляет? Я? Тут еще пятерки куча. Да, миник даже есть, если хочет. Что? Если где пятерки, говоришь? Там? На втором этаже. А. Там, где Нуки стоит, да. А, ну, блять, можем яму вообще выбить. Яму? Ну, да. Яму сложно выбивать, у меня хаи нет. Ух ты, падла. А там есть типа в яме или что? Да. Бля. Того. Семерки нужны, крест? Да не, они лезут уже. Дал хит в гриб. Под грибом видно типов. Так, что можем сделать? Можем вот сюда, вот тут же рельеф где-то есть. Вот хилится тип лезет. Можно где. Попал в него. Блять. Сложно, 120. Еще 115 вижу. А, вижу. Они грипп убили, что это? Задача. Да. Говори, давай куда. Под гору сюда? Поехали. Не-не-не-не-не. А, да блять, короче, го яму выбьем нас. Давай вот сюда вот. Куда там рельеф. Ну, рельеф там есть, но яма же будет напрягать, не? Или там нет. Такое? Ну, давай, вазиком еще закроемся, нет. Ладно, давай. Я Вову заберу тут. А мне есть да дача. Нет, да, дача нормальная? Да нет, без козырей. Какой тебя не наберет ту скорость, которую надо? А тут просто. Еще и кого нет, блин. Влево, не уходи. Типа тебя крутит. Заставь тебя, Вазик. Да ёб твою мать. Уехали с ямы. Всем уехали, господа. Люди сверху видят. Вон вижу. На С. Высоко на С. Ага, вижу тоже. Сверху что-то работает. Мотик остановился. 75, поле остановился. А, вижу. Два попадания. Вырубил. Там еще один, там же еще один. Ага. И у нас слева еще вырубил. 40. Я вырубил еще одного там. Добил одного.
стреляет по нам. А, убил. 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 Вот, вот что это за выстрел такой? Что это такое? Откуда? Вон возле будки 80, где мы тогда с крестом были. Не вижу. Так, ладно. Вообще, по факту... На 100 просто стоит один в поле. На 100? Да-да-да-да. Побежал левее. Друзья, а, вижу, были. Вижу. По дороге. Здесь дороги, да. Да-да... Это мрази дают просто мне. Меня нокнули эти мрази. По смоку мне поднимите. Угу. Вот на 75, на 100 меня нокнули. Буги ебаные. Лёва! Оу, чё такое? Поднимите. Ты меня что-то дал? Да, да я думал ты пошёл поднимать. Не. Мотик хотел взорвать. Так, чё? Грипп, уип... У меня бустов, кстати, ноль. Угу. Можем в призон, конечно, влететь. Почему? Можем сюда подраться, не? Не, призон не. Ну, либо наверх а сюда, и, да. Есть бегать, типа, где? Да, и в лесу есть. А, там есть. Да, да. Под гриб говно. Мы так только заедем. Ну, можем вот сюда вот так крутануть, вот сюда вот. Вот сюда, го крутанем сюда, лё. Слышь, лё, можем в конце вот сюда вот прийти и просто зайти наверх. Зоны, куда хочешь прийти? Пусть вот эти типы пройдут вперед сейчас, просто приедем куда-то сюда вот и потом. Я бы вот так крутанул просто сюда и все. Как хочешь, давай. Давай крутанем просто. Прям сейчас. Я за мотоком. На мотак ко мне второго сажаю. Зоны прям поедем, наверное. Да, давай зоны. Куда пойдет? Пустайтесь там. Давай, я сяду в мотак. Я это. Ладно, иногда такой на даче поеду без колес. Да давай на вазике 2-2 просто. Да похер, я доеду, наверное. А куда ты хочешь? А, прям туда? Да, не, давай, садись ко мной. Готов? Я на УАЗике. Поехали. Я сел, ага. Поехали, поехали. На мне прям. Тут на метке не, короче. Оливей просто. Можем под сортиру еще подсосаться. Двое в упоре. Один каленый в голове. Лежи просто. Блять. Транспорт где-то клево. Хорош. Еще один левее был. Двое там. Вместе! Как он не умер? Его нокнули. Да блять. Ну я ж прям в него заспрел, ну как, блять? Не знаю. Ну, вчетвером бы доехали. Хотя бы втроем. Было бы нормально. Ну сложно, да, типа на войске он был. Но это вот одиночка ебаная, она все посрала. Надо было остановиться, то мотик взять. И все. Ну да, такое. Да не, мне кажется, она была вот туда, когда я поставил метку поджиматься. Я там никого не видел, выше грибка. Похуй, что там справа в лесу, пускай. Но когда мы поджимаемся, там вообще никого не было. Даже нас просто грибка. С двух сторон расстреляли и сверху, блядь, там такое. Нет, там типа сверху. Если поджиматься, то а, ну, только вот, под гриб надо было. Нормально было бы, сейчас посмотрю. Сейчас я гляну, реплей хочу. Я уверен, что было нормально. Да не, если бы мы доехали, у нас бы тоже было нормально. Хе, блин, ты понимаешь, что нам ехать, мы едем вслепую, там люди могут быть уже. Да понятно, что вслепую, блядь. А тут, но... мы, а тут мы знаем, где они пройдут в зону, и нам просто зайти надо будет, и все. Вчетвером. О, там два типа чилят в грибке. Ну, я говорю, вот можно было под гриб да, поджаться. Вот вообще спокойно, я как, хотел я, туда. Как я, вот вообще спокойно можно было бы. Только там надо было файт выиграть против троих типов, и все. Да, туда бы мы доехали еще. Так, по-моему, сенсы у меня многовато.
Так. Да, вот там война была. Да, можно было реально под гриб спокойно поджаться вообще. Опа, у Эрдварда Билла вышло новое это. В кубочках пранк. Прунг, хуйрунг. Бля! Вообще то, что эти усосы ебаные пошли направо, блять, это такое. Вот когда мы вот ехали вот через лево, можно было догадаться, что там будет кто-то лежать, либо он нас будет руинить пытаться, потому что мы же двоих убивали. Да наоборот, чел. Да не, по логике то, что он стрелял по тачкам, это ебаный бред, он бы нажил там, наползал бы этот долбоеб. По факту. Могло минимум быть еще двое чуть типовые, они просто нас убили бы там, на этом переезде. Да не. Мы же двоих убили точно. Ну двоих. И плюс их пиздили сверху. Соответственно. Это непонятно. Пиздец, его там, блядь, пусти. Ой. Бульбаш, бомж ебаный. Ульф? Рофельно? Чё? Шапка, не знаете фирму Ти? Я вот шапку и смотрю. Шапка Ти, да?
Чё, блин? Чё? У типа татуха, что ли? Ты по микрофону джал, блин. What the fuck? Там у чувака будет татуха Соболева. Ну это подстава, конечно, постанова, то что чувак с Соболевым. Ну это бред какой-то, что?
Там создали. Крестик, заяц, летай. Ногич. А? Ты на сколько DPI играешь? 800. А в игре? 33-31. Ебать, понял. Я что-то выставил 800, у меня было 710 и по 30 в этом. В игре, блять, выставил по 25, все. Что-то дохуя. С 800 DPI. Странно, блядь. Плюс еще
У меня оптическая мыска, единственная была десадор. И то хуй знает когда. И после лазера на оптику переходить, и понять как сложно. Просто, бля, одни ноунеймы, карпы и турки одни. По сути, они тоже ноунеймы. Ну, да. Какие мы? Ну, да. Ебать, вообще ни одной нормальной команды нет, пиздец. Там же турик. Угу. Ну, блядь, вчера вспомни, какие команды играли. Ижи. Не. Ноунеймы. Да не. Сейчас нормально тем играли. Там просто две команды какие-то нормально не прошли какого-то хуя. Не знаю почему. Блять, уровень турик серьезнее был, а это типа еще пиздец какой-то. Крестик, надо из альтаба выйти, пупс. Вышел. Кого вы там, бедолаг, каких отмудохали? За ними не прошли. Да нет, что это за бедолаги вообще были? Откуда они там взялись, блядь? Или они на одном вазе вчетвером ехали? А, еба. Господи, блядь. С Приморска, наверное. Я, говорит, их сагрил. Думаю, ну пизда. Что такая бедняга? Со скаром с мушки со мной перестреливается. Расстояние 150 метров, блядь. В себе уверен. Парень был. Прикинь бы разъебался. Я похуел. Че, КРП, это опять упадут с нами, наверное, не? Нет смысла. Кстати, на поясе вели Мирамор еще. О, да ладно. Заебал. Там типа две карты, рандомно. Можно покатать падает. Вообще. С кайфом. Там Мирамор вообще почти не катаем. Только на дневных он иногда. Не, ну Мирамор, как по мне, гораздо проще играть, чем этот Эрангель. Ну, на Эрангеле нужно по понимание мне. По перетяжкам хорошее. Да, да, на Мирамаре, блядь, ты пешком просто бегаешь, блядь, можешь через файты заходить. А если тебе начинают стрелять, ты нажимаешь С, и ты уже в сейве, потому что миллион рельеф. С вами никого, да, ребят? Братик, я не знаю, я на тачку падаю. Не, не должно быть. А ноги заберешь дальше или? Нет. Я заберу. Да, со мной никого.
Ну как никого, он на один кем, правда, двое уебанов упало. Вот на этот. Чё, блин, я... У меня ещё мотак не взорвался, ну нахер его. Ну нахер. Реально. Боюсь. У меня мотак на дебаг стоит. Ну уйди нахуй. Отвечаю. Пусть упадёт. F12. Он скрин взял. Ребят, мотака нету. Он так, просто всё, повис... Да, он на дыба встал и все. На переднее колесо встал и все, и сидит там. Лежит. В другой раз повезет, блядь, шо. То есть, ноги, ты со мной, блядь, через 2 минуты не уезжаешь, блядь. Не-не. Я сейчас уже прямо сейчас мог выехать, у меня мотак. О, Сосновка, блин! Я хотел прямо сейчас уже ехать, могу. Можешь? Так едь. Ну, а если кто-то мне мотак собьет, я прям туда поеду уже прямо сейчас. А поехали вместе. Еду. Давай быстрей. Я хер знаю, чтоб ты только не взорвался. Что-то мне напоминает эту зону. Да. Там у Мино нету с нами. У меня вот тут лево прямо так. С моей стороны заедешь просто. Таранишь. Может он отведет, а может ты взорвешься. Блять. Зашел. Я когда его врезался, у меня искра была. Буря, безумие. Искра? У тебя между модиком и тобой искра пошла? Да. Так, где? А, с ебать. С этой стороны, с моей стороны. О, спасибо. Нет. Да, то я не мог. Никак. А, у тебя нет пушки, что ли? Нет. Я тебе могу дать. Да я с этой стороны сейчас болтаю. Давай гибнем. Ну, там могли быть, но... Поехали сразу сюда ноги, вот этот пол, да? Я тогда направо. Я по какой-нибудь помойкам проеду, по этим. Тоже не должен быть на таком времени. Бля, еще шнур, конечно, у нее, блядь, не очень удобный. Сука. Да, вот у меня он постоянно путается. Это да. Куда ты летишь? Можно забрать тебя. Дропик. Дрепи. Да. Это дробовик один. Ну-ка. О, я. Заберешь? Есть пятерки лишь. Пока что. 150. Храни, храни его, храни. Не-не-не, храни, брат. Я взял. Лазит. Ну чел, ну блять, ну надо хранить. Хочешь сколько-то хранить. Ну, я вон сохранил 90 штучек. Нормально, достаточно. Мой мальчик. Что же надо другое брать? У меня СКС и калаш просто. Ебал твой бро. Каждый день. О, коряк. Ну, Вован, семерки уже не так нужны, да? Нет. Можно пятерочек пойти обратно заходить, не? Не, ну. Пятерки я вообще выкину. Просто тут аптека, у меня уже 6 аптек. Не, Вован, не выкидывай пятерки. Ой, скрис, бля. Ладно, я за мотиком бегу и еду. Почему у меня X3 есть лишние, блядь, тут. О, я возьму. На коряк. Не их запрос. Иксови надо. Чё, не нема, у меня голограф один. Ребят, хоть что-то надо, реально.
Вован, как будешь подъезжать, крикни, вместе поедем. Угу. Мое теперь любимое оружие подбираю я с дропа. Что это за любимое оружие? АВМ, блин? Пулемет? А? Не, АВМ не. Вован у нас АВМщик мамки. Я с АВМ не могу стрелять, оно летит слишком быстро. Вован, а нукле это ты едешь? Куран, я с Ранером, тот кем? Ты этот заберешь туда. Хорошо. Тут машина хера, ребят, вам надо отсюда переехать к нам как-то. Так, Рез, мы проедем по мосту? Че не? Да, сейчас да. Проедете. Прочекайте мост, здесь. Чи да? Чи да? Чи да. Рез, тебя не забирает? Не боюсь. Да? По мосту едет тачка. Можете принять? Нет. Принять мы не можем. Чаляна. Может просто поедешь? Ну ладно, можешь принять. Сдохнешь? Талянова. Крест будет плыть на лодке. Не, я по мосту по-моему похуй. Тихо. Они не поедут, да, Крест? Ну они поехали по берегу. Лодку искать. Да. Лёва, ко мне заезжают люди. Наебало? Я еду. На лицо прям. Еду. Приехали. Еду. Едем. Сколько? Двое. Еду. Где? Хорош. Бля, тут еще один УАЗик. Тихо. Я забачусь. Боря где-то, да? Тихо. Походу труп не. Ползущего не вижу. У меня прям под дверью, Лёва. Кто труп? Я его тоже нокнул. На первом. На первом? Все. Спасибо за лут, ребят. Крестник съедет лутать. Чи да? Чи да? Или не чи? Чи да? Ребят, пятерки. Короче, надо. Выкинул тут пятерки, Лёва, иди бери. Давай, забирай. А иксовка есть? А мне тоже надо пятерки. Нет. А, Крест, дай мне икс-3. Точи! Бля, дайте нормальную волыну какую-нибудь. Надь! Волыну! Крест, где ты выкинул? Ты рофлишь? Волыну, говорит, дайте! Икс-4 я тебе дам, заебал. Дай мне я что-нибудь. Давай, икс-4. О, а дайте мне какой-то этот нормальный прицел. А те, подожди, тут раз, два, трупа, три. А еще. У Лёвы там где-то был. Это. А там не было. А тебе что надо, Крест? Да, аэрка нормальная. Аэрка с Карель там. Там калаш был, Крест. С Карель калаш там. Калаш был. Пойдем со мной. Как они не нокнулись, я не понимаю. Смотри, я, короче, кинул, понял? Гранату. Лё. Кому аптеки нужны? У меня 6 аптек. У меня 4. Вон, за вазиком. На, Крест. Тенка нет, я кишетила. Ну окей, я тебе могу клип скинуть, как я сегодня кинул упор на типа гранату, она взорвалась за ножкой стола, короче, от него, и 0 дэмэджа ему нанесла, поэтому... А, Крест, аптека тебе. Скинул сзади две. Ребят, как бы, не хотим сюда? Дроп, не. Да нахер надо. Давай уже зону. Короче, слышь, короче, смотрите, если зона сюда куда-то прокает, где центр, вот, а что ли? Мы едем в эту черепаху. У меня что-то тут летало сейчас только что. Бабочка. Не, это не бабочка была, это машина какая-то была летающая, а лошадь выглядела. Гарри Поттер. Машина 35 сняла идет. Так, они этот кемп еще не лутали, кстати, надо залутать его. Рази, пушили. Еще глушители АР. Надо? Да, пятерки. Да. Кэш. Блять, сука, ксовку найдите мне хоть тройку, блять, хоть двойку. В том доме. Маленькая. Полскали мухтером играть.
АР вообще увеличенный, короче, да этот СР есть. Надо? Не, по чечку надо, наверное. Тихо, мотик, тихо, тихо. Это мой мотик. Вообще просто он там застрял, где тут тачки? Черепаху. А, типа передо мной. Воды, воды где-то. Я вжу эту шоколадку. Блять. Ёб твою мать, гниды. Лёва, нам помощь надо. В смысле помощь? Они приехали типы наебало? Да, 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 вот эти типы. Блять, челики, я черепаху занял. Я их не пущу. Пиздитесь там, я тут пушам прыгну, наверное. Блять, хуй понял. Пробежать. А вы уехать не можете, что ли? Взять и уехать? Нет, да? Чел. Не, нахер. Ты тачки надо. Под ними. Сука. Да тут ладно, же 60. Тачки. Ладно, дал еще. Дал еще? Мне кажется, это КРП. Хорош, того. А, нет, это КРП. Дебилы. Где нокнул крэсп? А его добью. На 250. Добьешь его? Добейте, да. Уедьте нахуй оттуда. Да, доза я. Ну-ка, я тебя, по-моему, где-то, по-моему, слева типа обходил. Да? Не знаю. А, это они смоки кинули, чтобы подбежать. Уезжайте. Гениально. А вон они бегут по этому, по берегу. 160. Ульф, ты можешь поработать. 160, по берегу прям бегут. Сколько их? Трое? Двое? Двоих вижу. Один без шлема. Дал одному. Он ТПшится. Второму дал. Они ты оба пошкоцанные. Еще дал, еще дал. Тому вообще что-то лагает. Без шлема. Я не знаю, он лагает как-то. Еще где-то один, алло. Третий должен быть. Одного мы убили. Может, не доплыл. Я хочу того залутать, иксовку. Иксовку. Ну, Лёва с кайфом там сидит. Да, такой. Да. Приедьте, займите, короче, черепаху. 2-2 сядем. Я просто хотел моток свой вытащить, они, падлы, не дали мне его вытащить. Да 2-2, говорю, сядем. Сейчас, я не... Они оба за камнем, там где вынокули. Слушай, там мы еще... Одного. Мы про одного еще не тихо, знаем. Тихо, ко мне мочки. Они побежали дальше. Побежали. Черепаху заняли напротив. Блять. Ладно, похуй на них, все, поехали. Оп, вот эта черепаха занята. Алло, давайте быстрее, блядь. Меня сейчас запушат, если вдвоем нахуй, я подфу. Сейчас, сейчас. Так мы можем прям на черепаху заехать? Можете вдвоем, они их двое всего, один колёный. Давайте день. Втроем заедем туда. Заезжайте, заезжайте. Куда? На желтый, куда? На желтый, внутри они. Прям на вверх? Давай. Да. А, нихуя, блядь. Только вместе бы, типа, только это. Да, они все вдвоем, да? Я дал там три кита одному. Они уезжать... А, они мотик я перепарковали. Я еду, не было, Лёва, точно? Нет, 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 двое внутри, все. 100%. А. Внутри бегает. Ждите меня и выпушим их. Лёва, смотри просто на... Смотрю, 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 смотрю. Дайте быстрее только делать. А, скажи инфу, где они, слева тебя? Внутри, справа? Прям внутри, не знаю. Ну, там они дымы закидали. Туда, закиньте, да, и направо, и налево киньте, конечно. За машиной там, может быть, за разрушенной справа. Справа, куда, скорее справа, всего, за машиной близко, может быть. Справа близко тут. Там справа, за машиной, за разрушенной, слышите? Справа, 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 справа. За машину, за разрушенную, может я, быть. Я кину туда молотом. Давай. Выйди сейчас. Давай. Зацельте. Иди вместе, вместе, вместе. Что за... Они взорвались, вы взорвали. Да, они взорвались. Блять. Иксовку возьмите мне, умоляю. Часы тутики. И пятерок. Иксовок тут нет. Я пятерок возьмите. Тройка есть. Блять, я дробаш поменял на калаш, шо руфлите. Пока есть, не надо. У меня 47. Пятерок возьмите, пятерок. Ой, СЛР возьму, блять. Да бери пятерок, дайте, молю. Все с пятерками, не, они да нету ни пятерок! Ну они семерочные были. Да блять, калаш тащи. 50. Хватит. Так я клёвый поехал, короче. Давай. Оставьтесь 2-2 там, алё. Я к тебе еду. Ну, один ко мне. Так, крест, сейчас я загоню машину к тебе. Где ты там давал крест? Ты крест на чём приехал? Загони. На дачу. А, дальше.
Блять, сука, что с ПКМом этим сделать? Я думаю. Ох ты, зона. Го вот эту, да. Лева, давай останемся. Да, вдвоем туда проедьте, вдвоем. Ладно. Просто вдвоем туда проедьте. Эх, я, кстати, больше нет. Мне это, кстати, не нравится идея. Мне лучше, я лучше бы остался. Не-не-не. Поначалу мне понравилось, потом мне разонравилась она. Эти тачки едут. На вас. Каленая дача. Первая дача каленая. И он заехал. Че-то едва ген. Убивай его. Креспай. По полю бежит по полю, по дороге. Справа. По дороге бежит 165. Блять, вижу. Стал к сортиру бежит. Сортир идет. С хитом, 23 хита. Блять, откуда мне дают, сука, надеть? Так, семерок даст хоть кто-то там? Могу додать немного. Бля. Чем Крисп открыл? Чирпаку там, где мы убили, типа, ну там, где а мы нет. Что еще раз, ну-ка? Проедь там, где мы были, сюда, там семерки. Там есть семерки, да? Да. Я пойду чуть калаш чуть возьму, кто мне пятерку наложит. А, он тачку взял, уехал. Тиммейт забрал. Где он? Тиммейт не забрал. Ти поднимается, 95 по горе поднимается. Дал ему. ГД? И там двое. Ну по нам стреляют другие. Откуда работает? Я не по... О, вижу. 210. Горе откуда? Дал, вырубил. 210. Тачку руинят, мрази. Попал одного. 200. Вот так сейвить надо от них. Ко мне что-то едет. По дороге, по полю едет. 10. Вижу. Он лево. Они разбились. Да еда, лево. Тут лево, тут на ветке. По мне там кто-то стрелял, блядь. Я, короче, уеду. Изи, да, лево. Блять, голову. Блять! Мразоты нахуй! Это в твоем кемпеде были? Нет. С завода, блядь. Это вообще своего нет. Детиши, ебан. Поэтому мне не нравится этот. Тачки просто засейвьте все. Ну сложно. Тут сложно сейвить, там на горе. Я, ну по максимуму, тут совет они, конечно. Мрази ебаные. Какой зона двигаться уже? Следующая зона, как просто зона. Ебаные, просто одну единственную. Типа поле бежит в голову, да, 10-60. Двое! Ой, ебанаты что ли? Первым два хита, добивайте нахуй. Найс. Один остался там. Все, найс, за тачкой, взрывайте за нахуй. Видно его там. Нокнул за тачкой. Хорош, все нахуй. Пидорасы тупоголовые, блядь. Просто ёбики, что они делают? У нас наверху. Вульф, зайди ко мне внутрь. Да-да-да. Почему по ним никто не работает тогда? Не знаю. Точно у нас наверху? Нормально. Точно у нас наверху. А вы обоссать не хотите? Давай подождем. Пусть обоссут их. Что мне с мотиком происходит? Сейчас их с горки вот этой вот. Блять, он дикий. Ой, блять. Что с ним происходит? Да-да, я не знаю. Молодой, он бешеный какой-то. Мы такие бешеные ему сзади. У меня 7 смоков еще. Вам выходить через, блядь, через справа надо будет как-то, наверное. Да. Хотя не, вам нужно будет под это подставляться, потому что тут народ, скорее всего, не будет. А тут, наоборот, будут. Вам нужно будет вот отсюда уходить, убивать. Сюда, наверное, зайти как-то их пробовать убивать. Ну вот, с левой стороны, я имею в виду. А вот не с этой только. С этой нельзя. Это вообще справа. Сольник пришел какой-то, не? Возможно. Да вроде двое или один. Это походу двое типов вот этих уёбков двух, кого вы
разнокали. Вот даунов, этим, блядь. Да, по мне три типа стрелял минимум. Они думают, что за дауны засели там. Ёбики, блядь. Тупоголовые. Ебать, я там, блядь, у меня оставалось 20 пуль с короля, я своих 20 пуль, блядь, проколол колесо этим металлом. Он тут слева, он тут на 160 сидит. О, топа, топа, слева. Ты ползаешь? Да, да. Он слева прям вот тут. И справа тоже, и справа. Слышите, они с двух сторон. Двое точно. Флешка есть, ребят? Нет, нет. Ну это кретины. Ебаные. Какие-то, блядь. Ну их двое, я думаю. Да, двое. 100% двое. А это крест вот это вот делает? Не, я ничего не делаю. Не-не-не-не-не. Вот смотри, смотри, вот так вот. Справа бежит. Крысы ебаные. Вот еще за... один бежит. Почему по ним никто не стреляет, из какой горы, господи? Я не знаю. Мы бы там были. Тарафлан ебло, блядь. Он чтоб хаей не закинул. Нет, никак. Не, хаей тут спокойно могут закинуть. Как им и закидывают. Угу. Алло, стреляйте по ним. Смотри. Всем похуй. Почему сверху по ним никто не стреляет? Не понимаю. Пиздец. А вот мы выйдем, по нам все будут стрелять, я уверен. Mm-hmm. Я же говорю, если бы мы были на их месте, нас бы уже все стреляли. Я вообще не знаю, как там жить можно, блять. Вот смотри, мы сейчас выйдем, будем файс, и по нам все начнут стрелять. Все, все даже на горке кто будут. Короче, я предлагаю, если зоны не будут, раскидать смоки и уехать просто под... в смоках. Нет. Спокойно едем, нет, чел. Убьют нахуй. Убьют, как сверху убьют, сверху. Нет. Сверху убьют просто, чел. Кстати, дорожку сделать со смоков просто вперед. Далеко. И все. Ты въезжаешь, да смог, и двое, никто, блин, не убьет. Убьем и все, блин. Что-то. Мы не уедем, точно. Одно высадит точно. Уехать вы реально не уедете. Тупо... И уезжать ты, господи, вы не можете, типа, без инфы, хуёво. Ну вот. О, нормально. Вам мы, потом, короче, просто вот сюда, здесь, да. Вот сюда вот, да, там рельефчик есть, нормально. Надо прям сейчас выходить их выбивать, я думаю. Че думаете? Го, прям что? Есть флешка у кого-то? Нету. Вам через лево надо, короче, вот, твоим. Вот. Че? Тихо. Есть два смока. Тихо. Хае, братан. Пизда. Смоки раскидайте там под одну сторону, выйдите под вторую. Под левую раскидайте и выйдите направо втроем. О, флешка. У Нуки флешка есть. Нормально. Что делаем? Пушим? Вверх. Хорош. Налево выходите втроем. Вот лезь, забрал в упоре, у ноги! Подними. А, все? Да. Короче, я сажусь и съебу на мотике, вы хиляетесь или что делаете? Давай, вот давай, забу... Да. Вот сюда, начекай его сразу, кто-то, начекайте. Кого сразу. Начекать? Начекайте на сразу метку, вот метку, это. Метку, сразу метку, кто-то чекните. Алло. Че, я начал. Нуки пока хилится. У в упоре крест! Сидит на камнях, мразь! В упоре слева прям! Да, в упоре сидит там, Нуки сидит. Хорош, Нуки. Боже, мрази, что, тупые, блять, это разные люди, господи! Нуки, у меня сверху типы. На. Слева путевого. Да, тут со всех сторон. Никак? Нет, тут со всех сторон. Тут лежат тут типы под забором. Там прям? Да, тут везде сидят, они тут на горе все. Уезжай направо, может, Нуки. Направо можешь уехать? Можешь. Сюда вот куда-то. Нуки, правее тут люди. Слева и справа тут люди, тебе вправо вообще надо бежать. Такие, блядь, ебаные, лежит. Сука, это такие, сука, сыны блядей, нахуй. Да пиздец!
А Крпы живы еще или нет? Да. Да? Да. Пиздец. Ну тут не должно быть. Тут не должно. Расстреляли бы. Чей даже тачка счет не руинит. Странно. Видишь, типа, 20. Тварь снес, снес. Пожалуйста, пожалуйста, ну один раз. Один, один. Он сойдет. Набранец. Бля, ебать крысы тупые, нахуй, это пиздец. Пизда, блядь. Ну-ка, смоки есть? Да. Есть. О, ну с кайфом. Может доползти. Единственное, без брони, конечно. Смоках. Я в смоках умру. Ну да, скорее всего. Бульбашка взорвали. Поэкономней, Нугис, поэкономней. Все, не трать. Где-то почилишь. Тут где-то лечь бы. Скайпом. Это далеко ты. Право, Паш, сядь с дерева, да и все. Я вот тут хочу. Сзади, скорее всего, придут. Да. Слева, сверху. Слева, сверху. Я слышу, слышу, слышу. Можно без инфы пока я поиграю? Звуки хочу сам слышать. А ну та ямка была хорошая, прям слева, вот, которая на Н 345. Mm-hmm. Ну давайте ноги, давайте уже. Где ноги? Так. Карпат, по-моему. Они убили, ну. Нуки, тут нет ни одного нока, Нуки. А, блин. Хоть какой не умер, нахуй. Не знаю. Не, карпов, я так понял, нету. До хера было тут, походу. Сдохли. Думаешь? Трое было, их четверо. По-моему, нет. Не пять киллов. А, да, их трое было. Четверо. У меня три. А, нет, тут четыре фулл-пати было у меня прям. Ты... Я же сказал, там ни одного нока у них. Карпы дожили до топ-2. Там я один человек дожил. Я говорю, ты, блядь, зря пошел. У них ни одного нока нормально, не было. Блин. Да ни одного нока Охер. Не было, чё. Был нок. Нет, ты мог дальше чилить. Ни одного чили, нока я у них не знаю, не зачем ты сюда пошел, Паш. Если ты мог справа под дерево лечь, где идет под склоном вот это... Листва. Я не думал, что 4 тут, вот и все, блин, я убить хотел двоих. Зачем вообще файтиться, когда ты в соло? Вон как карп пережил и все. Зачем куда-то файтиться идти? Я понимаю, ты там убийца, но... Я не понимаю, я не факт, чтобы смогу пережить. Ты побожу. Спокойно. Я просто видел, я бы понял, если там кого-то нокнули хотя бы. Не-не-не. Тут же ни одного нока не было, они убили без ног людей. У нас
килов нормально. Вроде бы. Это финал? Угу. Да. Скиллов в районе десятки, наверное, да? У меня один хз. У меня четыре. Три. Вова пять. Пять, девять, двенадцать, тринадцать скиллов. Не, ног был, как первый ног был, я пошел, но это было ног с другого пати. Так я и говорю, у этого пати я не было ног. Ну а я что, знал, какой пати? Так я ж тебе сказал, когда ты побежал. Там же слышно, что типа у них нет. Слышно, я увидел ног, вот и я пошел, поэтому. Я ж не знаю, Лёва, какой там пати именно из. Чел, ну ты смотри, ты когда побежал, я говорю, у них ни одного нога. Нет, был. Все равно не было, пересмотри. Не было. У них не было. Нет, там... я понимаю, что у них не было. Я говорю, Лёва, я не знаю, какой. Они начали фай, смотри, они начали. Откуда ты знаешь, какой пати нога? Потому что последний стрелял. Последний чувак стрелял ближе к тебе. Все просто. Дело-то в этом. Первый ног был, я сразу же пошел. Броня была бы. Угу. Броня была бы, ты нового второго. Мы даже топ-2. Разница с первым местом 40 очей. 4 кило. За килл-то 10 чей ждают. Угу. Разве 10? По-моему, да. Да, по-моему, 10. Место занял. Ханте. Кто такие, бля, хуй. Да, 10 очей дают. Миромар, хуя. Их-то дебилы в нашем слоте сидят. Ага, животные. Лёва, куда ты ушел? Я случайно.
Теперь сидим в десятый, блин, ну, ебать ты крест, конечно, скримера нашел. Вообще пиздец. Теперь понял, как они тут сидели. Они не сверху топали, они там и сидели, походу. Там этим. Так, блядь, сначала Нуки услышал, типа, сверху. Этот хуйсос сверху спустился налево и встал на крысу. Это была одиночка ебаная. И потом прибежали туда вообще с леса дебилоиды, блядь. И встали тоже, сука, на крысу там. Ёбики, блять. Не смогли убить на крысу. Я через одного через листву убил, а второго вот тут, вблизи. Какие бедолаги, это пиздец. Еще и руинил нуклю сразу. Людей, нормально. Вот это животные, блять. Ёбаные, блять. Покинники на первом месте. Да похуй, как кто-то на первом, блин, месте. Тут вообще... вон в лошьё ебаное какое-то. В третьем карпы, по-моему. Да. Вот эти он 12-й дебила. А, да? Ну, с единицы КДА, шо, блядь? Нормальные парни, блядь. Сейчас приду. Ебут. Запустили. Сорок типов, лили. Да. Когда там следующую, через 22 минуты подтверждать? Что, мы еще и следующую едем? Да, чудесно. Там хоть нормальные люди будут. Это не точно. Либо мы можем поехать в Faceit. Ну там такие же люди будут по факту. То есть... ХЗ. Смотрите сами, короче. Мне поебать реально. Я бы турик скатал. Сами смотрите. Завтра ГЛ, кстати. Ну я говорю, я бы турик скатал поэтому. К завтра? Сегодня и завтра, может, дневной. Не, дневной я, наверное, не смогу. Завтра важный день, не ебал. Да, да, в той неделе был важный крейсик. Мы топ 15 смогли. Но главное, что не топ 16. Не, ну я охуел, как в Альфе играет, сори. Да, это было видно, крест. Там что-то задрот какие-то. Реально, ну их нахуй. 40 типов, найс, блять. Какой-то третий-четвертый круг, блядь, 16 команд живых или 15 их. Ну да, в Браво почти так же, только, ну, чуть поменьше, там, может, команд 13 живых.
Не, в Браво хоть что-то бывает свободно, блядь. А тут каждая щель ебаная кем-то занята, блядь. Если ты первый не занял, то все. Угу. Бегаем. Чё никто не выходит, лол? Хуесосы, потому что ебаные. Карпы с нами на кемпы выйдут. Не знаю, по-моему, они нас больше боятся, чем, блядь, вообще. Чем ты их, вала. Да я не боюсь, лол, чел. Они тогда вдвоём упали, блядь, минус двоих, блядь, чё. Сори, два дебила упало. Два пала, блять. Просто смотрите, бедолаг, по-моему, каждый турик уже пиздил. Только мы в первый раз отсосали, правда, на этом, на мильте. На мильте пауэр, так сказать. Ну, после этого, по-моему, мы не проебывали эти мы не падали туда больше, а это их спот, мы поняли. Они там родились. Свояка, говорю, ребят. Извини. Нормально, мы никого, и следующий тоже никого. Зонка хайпать зона. Не, она охуенная. Хорошо есть? Арфан. Не знаю, ну-ка я не видел. Блять, сука, ну провод бесит, блять, заебал. Да, это да. Просто вот перекрутился, блять, и мне уже неудобно, нахуй. Я его постоянно кидал вверх, сейчас я его, короче, под монитор. Запихнул. Ну, и нормально. Да. Понял. Он висит в воздухе, и все нормально. Так уже, наверное, сделаю, блядь. Держатель не справляется с этим необузанным проводом. Четверка лишняя. Четверка? Четверка? Заберу. Четверка, четверка. Четверка, я сказал, заберу. Я бы шестерку бы. Блять, ну. Там. Я все понимаю, блять. Кружочек не очень. Можно как бы нахуй, ну. Умерить пыл, что ли, охуево. Я тут предлагаю четверку, а можно шестерку? Нормально. Вообще охуенно. Окей, бери, что дают. Так, да? Семерок есть лишних, тридцатка пока. Надо будет. Пятерок. Сейчас, секунду. Паша, кушать. У меня там дверь была закрыта, а там Маша закрыла ее. Я закрыл. У тебя женщина есть? Маша. Сестра. Блядь. Бедная сестра. Короче, есть 120 лишних семерок. Ладно, нету. Все, забудьте.
Чего? Выкинул миник нахуй. Ну, блять, пятерок у вас нет, но идите нахуй. Ну, пятерок, да, у меня 40-80 все. Ну вот. Пятерок у меня 330. 330 пятерочек. Маловато будет. О, СКС. Ну, запитый, конечно, ну-ка, подачи. Нужна теперь какая-то хотя бы любая иксовка. Всё, с кайфом. Этот, даже X1 нету. Очень. У меня тоже нет X1. X1 есть. Чё, готовы кто-то ехать? Да, ну да. Мне надо иксовка. Вот тут вот вазик будет, если надо будет. В принципе, если еще потом пятерками хотел поделиться. Вилма АКР. Я поехал. Возьму. Пятерками, ну дам немножко. Поехали, но через низ. Ну тоже семь. Бля, еще семерок миллион. Бля, ничего не лезет тоже. Я бы на коллаж, бля. Че тебе надо? Семерки. Я тебе дам, чел, у меня есть. У Вилмак точно надо кому-то? Да, да, мне нужно. Х4 твой нужен. У Вилмак я еще взял еще один, бля. Мне бусты еще нужны, мне один бусы. Бля, X1, нет, сука. Пойду за баги. Баги беру. Ну-ка, займи что-нибудь вот тут. Я тебе крест подам, у меня 157. Там пуэр-то были, должны были быть какие-то хуесосы. Баги на метке с синадоком. Вон тут машины все стоят. Да? Вообще не было, что закрыто все? Не, я не знаю. Машины стоят. Вместо баги возьму, наверное, фургон. Или баги. Мне кажется, на этой карте баги всегда лучше, чем, блядь, фургоны всякие. Да, баги, да. Потому что, типа, тут горы, на ней намного лучше ездить. Лёва, что-то тут пыхтит. Чё, блядь? Что надо, ебать? А ну-ки, нормально проехал этот пьет? Пьета. Да, пьета. Нормально. Понял. Сейчас нас, блядь, отстреляет Лёва. Ну, да. Ладно, креспа. Лёва, чё у тебя, блин, такой черный дым? Чел, не знаю, блин. Соляра палёная, нахуй. Па, американские гонки, блядь. Тут я иду на обгон. Блять. Давай, сука, едь. Едь. Тут мы пролетаем с Левой. Он врезается. Почти. Я обогнал вылетел. Сырье есть? А увеличенный нет. На крест семерки. Чего я не удивлен? Давай хилов тогда, у меня одна аптека. Дайте пятерок, ну-ка, у тебя было там 300 с чем-то. Давай бинты. Дай, чуть-чуть, не знаю, 50. В этой вышке 20 лежит. Какой вышке? Вот тут идем. Ай, блядь. В этой колокольне. Пятерки нужна кому или? Вот идем. Голову можешь себе вставить, блядь, пожалуйста. А, это смерть. Пиздец. Вот тут вот, вот. Цинки. Блять, минус хп. А бусиков-то нету. О, М-ка, ебать.
Жопа нужна будет такого? Втроём, на баги. Ну а шо? Тут мутант есть. Увеличение не нужно будет? Не-не, у меня есть. Понял. Ай, блядь, что тут можно дальше за ней? Я хз даже. Тупо, чему я не удивлен? Далёво. Тупо летит, блядь, Креспикс. Ай, блядь, нормальный я парень. Я хуй знаю. Да, я остановился, когда Лёва врезался. Да, может кто-то поедет здесь, Рели? Ну, правда, 38 типов. А тут похуй, блядь, пешком уже можно играть. Если он только лосли, он не уйдет. И кто хочет. Че есть? Сырье калаш. Надо любое. Бля, может мутан взять? Семеро типа да, много. А, не, в принципе. Сырья вообще никакого, да? Вот угол, чё. Угловой тут был одет. Все, забрал. Через низ могут поехать, я, блядь, на дороге тут не встал. Контрил пока зоны нет. Типа находил. Еще один мутант. По запорожцы стоят, брат. Ты че, Вован? Где люди? Не знаю. Пойду скупаюсь, так сказать. Ух, ебать, там стоит на 155, что-то я раньше не видел ее. Кого? О! А, я думал, человек. Да, человек такой здоровый, да? Да. Ну, мне никто не поедет. Готачку. Думаешь, не поедут? Мне кажется, какие-нибудь карпуди им поедут. Ну и чё? Нам никуда не надо. Можем тут и тут сесть просто, если... Да не, можем просто этот занять, да и всё, не? Какой? Она не должна к воде уйти, не? Не должна. Нет. Я почекаю пока. Почекайте этот кем, может мы его займем. Ясно. Да и все. Может 2-2 просто сесть, я говорю. Такой 2-2. Этот кем 2-2 сел. Ну хотя ладно, был 4. Нормально. Нормально? 4 принять не можем. Или ты 2-2 хочешь? Я к забору поджимаю. Я могу этот суп? Тут перелезть можно? Мутант есть. 7 миллионов. Интересует? Не интересует. О, боже, коровка, первый раз вижу. Чего? Или таракан это? Блять. ПТХ-8 есть, надо кому-то? Да, забрал. Бери на первом этаже. Таракан. А у всех иксовки есть, я могу 4 отдать. Вот, дай мне 4. У тебя 3 нужно? Упор, да. Дай мне 3, я 4. Скину, короче. Иди ко мне. Тут цевьё есть, это красное. Красное? Да не, ну. Упор для пальца. Ага. Я Вован тут дал. Иди 4 забирай, братик. Иду. По 4, а я дроп. Блять, тачка на 200 тройку. Едет. Это кем, короче, заняла. Тройку, да, он рядом. Тачка. А, едет мотик. Где был? Туда же едет, 200. Слышу. Походу они сбили друг друга, не? Вот они к дропу хотят. А кстати, это не они сбили, реально. Ну, типа, мы может не успеем подойти. Чё ты едет? Я вот дроп. Дропа просто, я просто у дропа уже. Тихо. Вот. На 10, на 15 еду. Кто стреляет? Ну-ка. Это я. Отгонял свиней. 330. Да выстрелить? Да.
Чё там? Кает на 200. Шо присутствует? О, тут пламегаз еще был. Блять. О, давай. Пидарь один? Пикает. Чё, у тебя два? Давай. У меня два их, да. У меня один. Два оружия. У меня ноль, точнее. Теперь один. Что, золотой дроп? Да, МК. МК? Жестко. Да. Хочешь СКС? Да не. Без почёчки. Я бы забрал просто МК-ху, да. Ну, цевьё и угломат. У меня есть легкая ручка, надо? На СКС. Ну, давай. Странные прицелы, конечно, на семерках. То кружочек, то крест какой-то. Упор для пальца нужен кому? Да сейчас. У меня одна аптека, бля, обидно. У меня тоже одна. Три. У меня пять. А. На крест подам. Дай мне. У тебя бустов много? 2-2. Дай мне один энергетик. У меня 3-1. У меня 2-3. О, пулемет. Да. Вау. Тут у Вилмак был на ЭБР-нуть. У меня есть. И семерок 19 штук скинул. Хуя сезон. Пойдут на нас. Че на кводе уходит? По идее, к нам должно уйти. Да у нас тут, по-моему, типа мы с кайфом можем сюда подсосаться, потом вот так, через это. Ну да. Что делать нихай не надо. Мы, походу, в этом кемпе были. Стрелялись. А, да, ой, вижу, типа, по полю бежит, 310. 305. Двое, возле кемпа. Для кнопки, короче. Просто по полю хуярят, слы? Где я не вижу? Вижу. Две тычки в одном. Там вот эта фигня какая-то большая. Блять, ебать, как они не нокнули. Где он, Крис? А, за сеном 300 трое. Ой, трое, блин, двое. Ну, поставь там, временную, да. Временную. А, временную? Ага. Вон, 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 бег. Он пикает. Налево, налево. Коряк у него. А вон где дым, это кто там? Там где смоки, да-да-да, вот там. А они вниз хотят пробежать куда-то. Троих, что ли? Кто стреляет, слышите? Ау. 10 стреляют, 10 стреляют. 10 видел типов. Понял. Там это ВМ, что ли? Да, там АВМ, по-моему. Вам закрывать надо, ребят, хорошего. Ну, одного. Слышь, ребят. Дай, дай. Слышите меня? Там, на край зоны? Нам просто нужно всем выходить, блядь, сейчас жопу закрывать. Забивать хуй на все остальное. Да, 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 давайте. Я прям на метке нокнул. Примерно. Ира? Ты кинул, чувак. А я. Видишь, куда я кинул? Там да. Они были. Я нокнул. 10, 10. Видишь, холод? Вижу. На 25, на 25 убежал. Правее флангует, я тоже правее флангую. Давай вместе. А на 60 примерно. А это ульт, наверное. Там он хипать. Давай, давай правее. Давай. Где-то тут, ну-ка, уходил правее. Двое там, двое, ноки, двое. Будки, будки, видел будки? Будки нет. Будки еще есть. Правее не можешь? Тут двое. За будка где-то. За будки. Двое на справа еще работает. По нам сзади стреляют, алё. Сзади, го вернемся, го вернемся. Го назад. Давай, давай. Все, в утро попадем. Морази тупые. Можно вот отсюда принимать. Мне вправо не пройдут, им только лево крутить. А
слева мы их должны принимать. У меня 0 хп. У меня тоже 0. Он не там файтится с кем-то. Да они пошли туда жестко, типа. Угу. Нам скимпавить, да, там стреляли с нижнего. Их там не видно? А, их все убили. Всех убили этого убили, да. А, блин, а где 150 стреляло по нам? Кимпа, что вот ли, тут. Нижнего? Да, с нижнего цвета. В центре будем. Да, с кайфом. Ну, теперь можно жопу закрывать. Там еще попехи идут. Ну все, там закончились они. Сольника убили. Видолагу. Это финал? Да, да, последний кат. Последний. А. Там можно, кстати, подтвердить, по-моему, не? У меня тут идут, у меня 100, 100, 100. В Воревов? Да. Метку дай. Тут. А. Это да, их закроем. Могли проверить их? Не вижу их. Они вниз могли уйти, вправо. Крестик, контри жопу. Там люди должны быть. Подо мной, что ли? Это бай. Вижу, вижу, а в кемпе 210, вот тут уже. Ну может это там не, и были, было, конечно. Чё, а, были, да? Было. Вижу, вижу, на 150, слышь, за рельефом. А, они ушли туда? 150 вот, вы вот это рельеф. Вы не ждёшь ли? Нет, ага. Двое внизу, вон. Дал хит, два ног. Хорош. До 45, видишь, Вольф? А, ну тут типа уже скрывать. 145, вот, вот на временный, смотри, дал. Тебя понял. Вот там вот я нокал. За камнем или за рельеф? За вот этой херней, как она называется? Ну, которая лежит, понял? На полу. А вон, я вижу. Красная. Смоки. Вижу, тепло? Вижу сверху. На 10. 20. 10. Тихо. Да, да. Трое. Раскинули. Голову, в ног. Походу стреляют на 20. Я не могу добить. Там 3 типа на 20. 40, а это сзади, сзади, сзади. Один с болтовкой под будкой был, ребят. Будка вот, вот здесь. И на оранжевый. На оранжевый нокнутый за деревом. А на эти ушли. Он с будки пикает, по-моему. На 30 помогает, пикал, очень. Один левее был. Ага, один под деревом. Дерево на 20 прям временную дал. Так это ты? Это не я. Их зона душит, они еще левее должны бежать, алё. Это кемп тут стреляет. Вот этот кемп стреляет. Хотя зона будки, зоны есть, короче. Дилер убил. Они хэк кидает 30. Кайфу. А им идти на нас. Да, просто их закрываем. Я контрю фул лево. Я право. Смотрите, чтобы да, не прошли там. Ну-ка, почекивай жопу. Справа мне на 35. О, ребята, дроп, кто хочет. На временно. Какой дроп? Двое вот тут. Вот тут отметки двое. Ага. Вообще фришный дроп. Где, ну? Меня. Вижу, я заберу. Может мы пока лучше закроем, потом заберем. А, там АВМ, конечно, точно. Хорошо.
Где ты нокнул? На 235 в кемпе. А, не у нас. Вот крыш, видишь ли его ниже? Скинь эту пушку ко мне. Чё-то там не чел. Идите к нам. Крест. Уже не фришный, да. Уже до этого был типа фришный. Алло, Лёва, ну-ка, вы придете к нам? Да, идем. Сколько просить? Ты Лёва пойдешь, Илья? Ты я давай. Пойду. Вдвоем идите. Они левее входят, крест 350. Вдвоем нельзя, да. Левее ходят? Левее ушел. Хорошо. Один справа на 30. Да, это хай. Аккуратнее. Вдвоем вместе не стойте, он сейчас говорит. Одного видел на 5. Я думаю, да. Вижу одно. Двух. Да их пиздят. Один без башки, 10. Вов перед тобой там в рельефе. Убегает Вов. Не вижу. Ног. Убил. Еще двое там. Одного убил? Да. Ног ладно. Хорош, крыс. А, камень! 20! Передо мной. Вов, перед тобой! С хитом! Понял. Сзади, внизу, 2. Еще один там. На крыжоной. Да, я его целю. Это лаз? На временный. Ага. Наверху прям. Это лаз, да, у меня. Смотри, что в жопу сейчас работает. Там не дошли, подсосаться могут, ребят. Он проверил. И живо. Все? Да, он умер. Вот тут наметки типы. Наметки понятно, похуй. У нас 155 были люди. Да, там же есть рельеф. 155. 150. Есть каска вторая, отбитая. 150 люди. Возьмем МД-4. Блин. Один без ебала у них там допекался. В этой будочке сидит один тип. 155. Будочки точно есть, ну? Точно есть. Он в красной куртке вот этой. А, да, вижу. Джей. Ну с кайфом, закрываем их. Прям на метке крестом типа были. Нет, ты их 6 забрал крест? Не. Там под без каски, короче, ребят, на 150 уже. И армора у него сейчас тоже не будет, если он будет продолжить. Крест через справа не будет к нам крутить. Бежит по полю. Где? 280. Вырубил. Ох, вон. Хорош. Мне нужно хелп полево. Я тебя и так контричил. Я просто слева могу подойти. Слева в упор имеешь в виду? Ну да. Понял. Давай сейчас приду. Давай приду. В центре тебе не надо. Хорошо, давай. Да, у меня не идут уже. Вот тут на временный. Слышишь, ребят? Спина. Или кто это? Нуки стреляет. Ребята, помощь. Че, пуш стас? Нам с Нуки помощь там. Я иду. Под баги, 105. Вы лобге, там. В упоре у меня где-то? Двое типов, да, Лёва. Вот за ЛГшки, впереди тебя, 70. Два типа там. Лёва, не вижу. Передо мной прям. Да, прям. Я лежу, смотрите вверх. Идет. Идем, Лёва. Во вместе. Блин, красный, одного вырубил. Это я не сразу вроде. Все сразу. Я сразу последнего убил. Все nice. Крест. Погнали обратно. Снизу по пехе. Нам надо веры занять зоны. Чтоб потом с кайфом было. Крест, иди сюда. Иди ко мне, быстро ко мне. Иду. Понял, все. Я цинкл. А, вижу на свою будку. Вырубил. 4 в 3 остались, да? Да. Против карпов. Я вырубил слева? Его на СВ. 200? Алло, можно пушить, я вырубил его здесь. СВ? А тут возле будки вырубил. На синий, правильно? Да. Хорошо. Вырубил, он будет хорошо, его поднимать. Хорошо. На крыжоны, 230. Да, в смоках где-то. Ногти нельзя. Вон, вижу, бежит. Два кита в нем. 240. За будку уже. Налево, направо ушел? Может кто-то справа флангануть на гору? Давай, я пойду. Слева такое. Нок? Ой,
Ой-о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 й-
блядь. Вырубил. Заебись. Под сортиром один. Нет? Под сортиром один. Да, да, один остался. Один остался. Под сортиром. Втроем вместе. Под сортиром эта мразь. Не наглей. Я вот тут слева сяду и просто. Скорее всего, ресает. Есть хаешка туда? Конечно, он будет ресать. Нет, нету. Нет хаешки. Вместе просто и все. Ну да. Вы можете просто встать в зоне, да и все. Забудкой прям. Идем, крест правее. Не торопитесь, вам можно просто принимать, алло! Окей. Просто угол создайте и принимайте. Хорошего, теперь можете идти. Один остался. В дымах. Вдвоем, вместе, втроем. Найс. Хе-хе, го подтверждать на другой. Confirm. Жмите, это мало слотов. Ну-ка, надо confirm жмакнуть. Mm-hmm. Yeah.